Судья Анбекшинского суда Мурзалы Жарабай, председательствующий по делу, отложил начало главного судебного разбирательства из-за того, что у двоих из подсудимых не явились адвокаты. Когда будет назначено разбирательство, пока неизвестно. Значит, прокуроры огласят обвинение, но оно должно быть оглашено в присутствии защитника. Поэтому сегодня начать главное судебное разбирательство невозможно. Мы не имеем права нарушать правила уголовно-процессуального законодательства и также требования Конституции, которые считаются высшим законом Республики Казахстан. Адвокат Тахтара Тулешева Мархаба Жакупова высказала мнение, что обвинения в нарушении бухгалтерского учета и другой финансовой отчетности должны предъявляться соответствующим работникам, но никак не владельцу предприятия. Также она считает, что Тахтар Тулешев не мог давать взятки налоговикам. Директор завода лично не может налоговому инспектору носить взятки. Это понятно, да? Любому. Поэтому говорить о том, что... Его же работники, как в первом суде, так и вот сейчас являются основными свидетелями. То есть они дают показания против своего директора, хотя налоговой стороной должны заниматься были директор и бухгалтер, который материально ответственным является. О том, что кто-то из них вовремя не выставил декларацию или... снизил, ему неизвестно было, наверное, я так думаю, что, потому что, не дело учредителя заниматься налоговой бухгалтерией. Второй суд по обвинению Тахтара Тулешева в основном идет по экономическим статьям Уголовного кодекса. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, нарушении финансовой и бухгалтерской отчетности, даче взятки. Кроме Тахтара Тулешева, обвинения предъявлены еще 8 лицам – бывшим работникам Шымкентского пивзавода и сотрудникам налоговых органов.